Считаешь, Не, ну что это, врешь? ну что значит рождена для сцены? Я всегда была на сцене. Другой момент, я всегда там с какого-то юного возраста, меня там, ну не знаю, может быть, с 4 лет воспитательницы водили по группам, потому что я пела песни Аллы Пугачевой. Ну вот, а вы говорите не певица, вы с 4 лет ну, певица. Ну это так, певица. Нет, ну действительно, была же ваша биография, когда вы выступали с командой. Нет, и сейчас есть, у меня сейчас есть свой бэнд, с которым мы поем. Бэнд называется «Ломовой оркестр». Они просто иногда поют, ну, они с разными людьми поют. Вот, например, «Ломовой оркестр» Юли Пересильд. Ну, вот так называется. А репертуар какой? Я очень люблю ретро, особенно песни Герман. Вот этих вот времен. Песни Анны Герман, песни... Можете я сейчас какую-нибудь одну строчку пропеть акапелла? Любую. Безумно. Есть на далекой планете город влюбленных людей. Звезды для них по-особому светят, небо для них голубей. Ну вот, а говоришь, что не певица. Нет, видно, ну, же, что певица, это же профессия. Ну, есть профессиональная, не певица, профессиональная актриса. Ну, люблю петь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».